Никто не бывает слишком занят, это просто вопрос приоритетов. Если что-то делает тебя счастливым, держи это в секрете. Не полагайтесь слишком сильно на кого-либо в этом мире, поскольку даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте. Помните, что некоторые из лучших моментов в вашей жизни еще даже не произошли. Вредные привычки подобны удобной кровати, в которую легко залезть, но трудно выбраться из нее. Время всегда показывает то, что тебе действительно нужно. Сохраняй спокойствие, ты уже прошел через это, прежде чем пройдешь через это снова. Научитесь исцеляться, не выдавая себя всем. Тебя будут судить, несмотря ни на что, так что будь тем, кем хочешь быть. Успех без упорного труда – это все равно, что пытаться собрать урожай там, где не сажал. Если ты не отпустишь неправильных людей, ты никогда не встретишь нужных людей. Если ты не контролируешь свой разум, это сделает кто-то другой. Если ты не падаешь время от времени, ты просто плывешь по инерции. Сначала может быть больно, но это делает тебя сильнее. Всегда найдется кто-то, кто не увидит твоей ценности, не позволяя этому быть тебе. Делай то, что никто другой не может сделать, и ты станешь тем, кем не может стать никто другой. Помни, 5 лет назад ты мечтал быть там, где ты сейчас. Если люди к тебе относятся как к варианту, оставь их как выбор. Цените опыт больше, чем имущество, потому что воспоминания – настоящее сокровище жизни. Ни одно слово, летящее в твой адрес, не должно менять твое мнение о себе. Самое опасное, что вы можете сделать в жизни, это перестраховаться. Нет абсолютно ничего постыдного в том, чтобы усердно работать, чтобы добраться туда, где ты хочешь быть. Усиление не поможет, если лодка движется в неправильном направлении. Ваше зрение вначале будет размытым, но со временем оно прояснится. Вам не платят за час, вам платят за ценность, которую вы вносите в час. Пусть самосовершенствование займет вас настолько, что у вас не будет времени критиковать других. Тщательно охраняйте свои мысли, когда вы один, и свои слова, когда вас сопровождают люди. Тот факт, что вы не там, где хотите быть,
является достаточной мотивационной дисциплиной, это выбор между тем, что вы хотите сейчас, и тем, чего вы хотите больше всего. Перестаньте рассказывать людям все, что большинству людей все равно, некоторые втайне хотят, чтобы вы потерпели неудачу. Не сумев подготовиться, вы готовитесь к провалу. Я пойду туда, где нет пути, и оставлю след. То, что дается легко, не продлится долго. То, что длится долго, не дается легко. Не портите хорошее сегодня, думая о плохом вчерашнем. Отпустите это. Желайте другим добра. Чужой прогресс не делает ваш меньше. Малый круг общения, личная жизнь, спокойный разум. Иногда мы сами создаем себе горе из-за ожиданий. Просто пусть это будет. Чему быть, того не миновать. Пришло время ни с кем не делиться своей личной жизнью, не позволяйте никому иметь ничего, что могло бы вам навредить. Примите одиночество как время для размышлений и самопознания. Не позволяй никому заставлять себя чувствовать, что ты не заслуживаешь того, чего хочешь. Самые значительные жизненные достижения часто возникают из глубины невзгод. Ошибки – это ступеньки, а не камень преткновения, учитесь на них и двигайтесь вперед. В ту минуту, когда вы оставите свою дисциплину, вы откажетесь от себя. Вашим злейшим врагом может быть тот, кому вы доверяете больше всего. Остерегайтесь волков в овечьей шкуре. Забота о себе не эгоистична, она необходима для сбалансированной и полноценной жизни. Ценность времени становится очевидной. Когда оно ушло, используйте его с умом. Успех – это то, что происходит после того, как вы пережили все свои ошибки. Победители сосредотачиваются на победе, проигравшие – на победителях. Прежде чем произойдет что-то великое, все развалится. Однажды ты поймешь, почему Бог заставил тебя ждать. Для вашего спокойствия не позволяйте людям знать о вас слишком много. Если ты говоришь правду, тебе не придется ничего помнить. Если кто-то говорит вам, что вы не можете, он показывает вам свои пределы, а не ваши. Если вы живете ради одобрения людей, вы умрете от их неприятия. Есть два типа боли, та, которая причинила вам боль, и та, которая меняет вас.
Будьте эгоистичны в отношении своего времени. Многие люди этого не заслуживают. Молчание – лучший ответ тому, кто не ценит твои слова. Страх – это временно, сожаление навсегда. Оправдания делают сегодняшний день легким, но усложняют завтрашний. Дисциплина усложняет сегодняшний день, но делает завтрашний легким. Иногда одиночество – лучшее лекарство для души. Ваше настоящее нуждается в вас больше, чем ваше будущее. Постоянные размышления о своем будущем также являются билетом в один конец к выгоранию и тревоге. Не обжигайся дважды одним и тем же пламенем. Беспокоиться о проигрыше значит проиграть еще до того, как вы начнете. Мы падаем, мы ломаемся, мы терпим неудачу, но затем поднимаемся, мы исцеляемся, мы преодолеваем. Пожертвуйте несколькими годами комфорта ради десятилетий свободы. Не реагируй, справляйся с ними молча. Наберитесь терпения, все становится трудным, прежде чем станет легким. Единственная настоящая ошибка – это та, из которой мы ничему не учимся. Если устанешь, то отдохнуть, а не бросить. Два самых важных дня в вашей жизни – день, когда вы родились, и день, когда вы поймете, почему. Твое прошлое – это место, где можно учиться и расти, а не место для жизни. Не торопи процесс, верь, что великие дела требуют времени. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный материал, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые наши материалы, и делитесь с друзьями. И напишите в комментариях, нам будет интересно, ваше мнение и какая цитата понравилась именно вам. До следующей встречи!